Кари, я в Анапе, это Николай. Всем привет. И он сейчас расскажет нам о своем проекте повседневном. Это же повседнев, ты на нем везде. И на море, хотя местные на море не ездят, я знаю. Редко, да, некогда. Так, начали мы с открытого багажника, хотя обычно начинаем из-под капота. Вот такая вот машинка необычная для меня. Обычно у меня там тазы всякие валящие. А тут Mitsubishi Mirage. Это тоже Mirage, да, типа, да, значок? Это Mirage. Ты уже давненько, да, на ней? Да. Сколько лет? Ну, именно эта машина года 3 на данный момент находится. Она покупалась именно для этих целей. Для автозвука именно, сразу да, брал, да? Все стандартно, ничего особенного. 6 пар соло для себя, вторая пара рупоров. И серия уже не помню какая. Ты их брал давно тоже, да, наверное? Потому да, что сейчас да. Пионеры никто уже не ставит, не втыкает. Да, это уже, ну, года 3 они у меня. Здесь обманка. Да, здесь обманка. Здесь фиолетки, этим саунды две пары стоят. Этот не работает, он как бы просто закрывает отверстие на данный момент. Этот функционирует вместе с пищалками. Чтобы пищалки не погорели, я их, так сказать, скоммутировал вместе, вместе с этим саундом. С одним. А это соло, да? Соло, вторая версия. В принципе, каждая дверь тоже питается. У тебя колфак, что ли, тут умирал? Да, и тут немножко по чуть-чуть. Это ты немножко... локтями тут задевает, ну, кто-то, да, у себя? Ну, нету сеток. И самое главное, ты делал это сам, правильно? Да, это именно сам, это, так сказать, первый раз, как получилось, ну, соответственно, в принципе, кайф, пойдет. Для первого кайф раза заключается пойдет. Именно в том, что, да, а то бывает выкладывают в группах, я видел там всяких больших, там, бас-клуб, другие группы там выкладывают. Типа делаем первый раз, там такие охренительные обшивки, первый раз, все первый раз у людей. Вот здесь видно сразу, что первый раз. Да, ну, сделал, так сказать, для себя. Молодец, сам, ну, молодец. Не столько для соревнований, сколько. Ну, так, что у нас за голова тут? Так, ну, Пионер 80-й стандартный, ничего особенного. Ты решил ничего, вот звукари все, да, короче, ставят? Да. Alpine, не знаю. 12.6 это типа незаведенное, да? 12.6. А этой кнопочкой это что-то делать. Это отключает все усилители. Кнопочка так сделана. Сразу, временно, да. Временно постоянно отключает все усилители. Обрубает все сразу. Угу. Коробка так автомат, да? По субвуферам. 4 Pride T15. У одного карбоновый колпак, можно сказать, немного... Это вот этот карбоновый, да? Да, немного кастомный, можно сказать, потому что покупались они, соответственно, в разное время. Сейчас найти такие сабвуферы сложно. Это V2 версия. Да, пацаны, это вторая версия. И найти такие сейчас, конечно, сложно. С катушками сопротивления 1.6. Я покупал два изначально, первый раз. Два а что у тебя тут пищит? Нафиг отключить нельзя ничего? Это? Отключить можно. Сейчас. О, сделай тишину лучше. Там еще нехорошие люди ездят, да. Звуки издают. Так, это версия вторая. Включи подсветочку. Вот это? Да, ты, ну такая легонькая подсветочка. Ну, типа, чтобы вечерком было, да, вечерком, видно, да? В принципе, все, все это видно. Все о, ну прикольно, да, 6-й БПшник. И зацените окна. Ну да, окошечки сделаны. Это не смотровые, с той стороны ты ничего не увидишь. Хотя... Обычное стекло толщиной 1 сантиметр. Все это на силиконе заклеено. Ну, в принципе, нормально. Да. Ты объясни, зачем ты это сделал? Неудобно. Из-за того, что машина с правым рулем, невозможно ездить, выезжать из каких-то мест затрудненных. Да, поэтому... плохо а видно. Эти окошечки очень хорошо помогают. Обзор плохой, но я понял тебя. Прикольно. Так, они, значит, у тебя как подключены сабы? Сабвуферы скоммутированы в 0,4, в общем. Каждый моноблок питает их 0,4 Ома. А моники у нас эти 5,5, да? Моноблок, ну пойдем посмотрим. Пойдем, да. 5,5К, один здесь, второго не видно вон, ну вот немножко можно его там увидеть. Вон он, да. Ничего себе, ты его засунул далековато. И, ну да, немножко греется из-за этого тот нижний. Ну, это... Кулера не думал туда всунуть или неохота уже это все думал, двигать? Думал, ну пока. А сколько валить можешь вот так вот свободно, так скажем, ты говоришь греется? То, валить что? Можно, ну,
час без перерыва точно могу валить. Спокойно, да? Спокойно, без перерыва. И это АГМы старые добрые, блин. Да, Вентура 180, две штуки, и одна Нарада лежит в запаске. Запаски Нарада, да. В общем, сколько ампер получается? Сколько это? 180, ну, грубо говоря, 550. Около, короче, 500, можно сказать. Ну, да, да. Дистер своими руками тоже. Да, все самодельно. Это вот предохранители постоянно горели, поэтому перемычки медные и все. Короче, ты поставил такие предохранители на 1000 НЛ, да, сразу. Да, Аудианова, тут парочка еще сохранились. Не, ну прикольно. Проводка, ну, не брендовая там. КГшки, ПВшки, наверное, да, какие-то. Нормальная медь. Самое главное, еще раз скажу, пацан собирался сам. Да, все сам своими руками. И поэтому, если есть какие-то недочеты, вы попробуйте сначала сами. Ну, да. Что-то наподобие сделать. Для так, первого раза такая. Это 49-й у нас на что именно КАП 49-й идет? 49-й идет один на одну дверь, соответственно, второй на вторую дверь. Угу. А ты говорил, вместе с пищами там эти подключал фиолеты. Да. Все, все вот это. Короче, все у тебя от капов, да, идет. От капов все питается. И пищалки, и, соответственно, соло. Понятно, прикольно. Че, давай закроем. Покажем, что тут у нас есть наклеечка чувачка анаповского. Ну, да. Знаменитого. Так, а под капотом у нас что там? Ну, мы открываем, там особо ничего удивительного. Ничего удивительного? Самое главное, там штатный генератор, правильно? Штатный на 80 ампер. Герой местный по просаду, да? Да, герой по просаду. А этот подключен, да, тоже все работает? Здесь все как бы стандартно. Две протяжки, два плюса, два минуса, соответственно. Угу. Ну, в принципе, тут, да, ничего такого ничего интересного. Тут все стандартно. Нет, все. Так. По поводу сабов, по поводу головы, по поводу дверей. Все вроде рассказали, теперь надо послушать, Коля. Так, видно, нет там. Сейчас 13.3. Удивительные. Ветер скажет, что это монтаж. Просад будет оригинальный. При таких просадах никто не валит, скажи, да? Да. Dream Auto. Машина мечты. Dum 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 d
I'm starting.